Здравствуйте, друзья! Сегодня резкое потепление, где-то минус 3. Только сейчас прошел снег, которого мы так ждали. Подумаешь, 1,5 сантиметра, уже и этому рад. Вот. Руки замерзли, на шее этот самый висит фотоаппарат со встроенной камерой. Так, и мы сделали с вами 3 обхода на том участке. Вот он, красавец. Вот. Обошли только 5-ю часть. Или 10-ю. Ну, сколько хватило терпения, потому что тогда был мороз. И там осталось еще штук 10. Но чтобы не приелось, я перешел на этот участок. Сейчас я его покажу. Его ищут многие. Те, кто едут через Минусинск, Абакан Минусинск, те проскакивают мимо до СИЗО и до ГЭС. Там лучшие сады появились. Почему? Потому что там теплее. Вот это Красный хутор. Здесь 200 метров до Енисея не замерзающего. Знаете, я буду говорить, сейчас в голос бредет. Вот здесь где-то на середине было так, а я заметил. Нет, я приехал несколько дней подряд. Стояли морозы, и вместо снега был иней. Иней был то вот тут, вот между мной и рекой. То есть там черная была земля, а где-то вот тут 200 метров, посередине где 100 метров, как раз началась граница. То есть был тут минус, а там плюс. Потом этот иней еще пару дней сдвигался то туда, то сюда. И тогда я понял, где граница Сибири и влияние реки. Вот здесь, но до меня не доходит. Вот. Еще в прошлом году целый ряд замеров показал, что на этом берегу по какой-то странной турбулентности воздуха, я фотографии делал, показывал туман, который тянет туда, на ту сторону. В общем, тут на 10 градусов, когда на 5, но холоднее, чем на той же Майне, которая вон там, чуть-чуть выше, на том берегу. Вот они горы, с них стекает холодный воздух. Вот, и поэтому здесь холоднее, чем на том берегу. Тем не менее, что здесь творится? Ну, давайте вывеску посмотрим. Кто-то даже номера запишет. А что, лишнего не будет. Вот видите? А что на дне растет? Правильно, не знаю. Бирка потеряна. Такие черенки, слюни текут. Ни одного не отрезал. Знаете почему? Подрезку делал. Вот это вот я делал дерево. Ну, учебный фильм, смотрите. Это, а кстати, вот написано геологов 1. Адрес вы запомнили. Красный хутор. Вот эта подрезка для чего? Дерево становится маточным. То есть она бы так бы не сильно и нужна. Посмотрите, какие черенки. А оно взяло и не заплодоносило в прошлом году. Вот. И теперь я хожу, облизываюсь. Вот. У меня есть еще одно дерево, но там листья в 2 раза крупнее, какие-то мощные. И я нарезал черенков штук 20, написал «Слива загадка» и включил каталог. Думаю, а черт с ними, я рисковал, рисковал. Вот. Я деньги платил, платил. Я привил, привил. И вы также. Получится ерунда, срубите или перепривьете. А это не решился. Ой, какие черенки, ой. А плодов не было. И я поэтому еще год буду ждать теперь. Вот так бывает. Персик. Один из тех незамерзающих персиков. Подойду поближе, вы же ни за что не поверите, что это персик. Давайте смотреть крупный план. Когда я высылал черенки, мне говорят, а почему черенки неправильные? Они не спелые, они не созревшие, а они красные, они зеленые, они желто-розовые. То есть люди никогда в глаза не видели. Представляете, ну, были небольшие морозы, до минус 25, очень теплая осень и начало зимы. Но тем не менее, это не замерзающий персик, это мировой феномен, это мировой рекорд. Но он же имеет еще защиту, которая называется, с той стороны понятно, я со стороны севера, и эта защита создает тепловую подушку. Вот смотрите, туда, вон еще один угол, видите, там буквой этой самой, прямоугольником вторая, и здесь ветра почти не бывает, тепловая подушка. Полюбовались на персик? Не укрывной?
Еще раз. Вот так. И я его, с него ни одной веточки не срезал и не срежу. Почему? Он может умереть, и мировой рекорд не состоится. А я жду плодов, и тогда скажу. Самый морозостойкий в мире персик, видите? Ну-ка, некоторая защита, да, имеется. Вот издаля посмотрим. Ну, это я сам не случайно здесь посадил. Вот, отошел подальше. Вот, и сам не случайно посадил. И вам советую. Пусть будет защита, пусть будет тепловая подушка. Так, ну, значит, настроение хорошее. Сперва потерял этот фотоаппарат, которым я снимаю фильмы. Вот, в ужасе приехал в деревню. Нашел, правда, он и не исчезал, в машине как и лежал. Но настроение так поднялось. Друзья, чтобы поднялось настроение, дальше мой афоризм новый. Надо сперва что-нибудь свое потерять, а потом его же найти. И все, и это, праздник обеспечен. И смотрим дальше. Кто видел предпоследний вебинар, примерно 13 или 6, я показывал вот эту сливу. Ой, жалко, вот сейчас некому заниматься настоящими фильмами, то есть монтажом. Сейчас еще раз выйду. Там вот эта слива, красавица, сумасшедший урожай, она наклонилась так, она вот эта, вот, от столба слева. И все вот здесь было в сливах, я еще сказал, не влазят в мою ограду. Вот. И показывал вам как-то десяток фотографий, где со всех сторон слива, абрикосы, груши свешиваются на территорию соседей. И ни один сосед на меня в суд не подал. Вот. А очень приветливо здоровается. Вот. Потому что им достается лучшие плоды в мире. Помните вывеску, что несколько минут назад показывал? Как вывеска называется? Правильно. Сорта мировых стандартов. Сам придумал название такое. Посмотрите на эти черенки. Вот. В каталоге этот сорт написано «закончились». У меня память подводила. Я с других деревьев срезал, а с этого... Да забыл, вот так бывает. Вот мимо хожу, клинь, так же, как фотоаппарат забыл в машине, не нашел, прединфарктное состояние, рванул в деревню, гололед, здесь валил снег, а оказалось, что он как лежал в машине, так и лежал. Вот, а здесь, как эти черенки были, ну, на прививку, ну, это уже лучше не бывает. Посмотрите, я отойду подальше, полюбуйтесь. Есть два типа черенков. Это же учеба. Вот это второй тип. Вот они прекрасные, они полноценные. Когда что-то с кроной случается, да, это китайка, она супер морозостойкая. Вот, она... Вкусная. Я назвал Китай как раз на желтый. А, кстати. Ну-ка, не соврать бы. Китайка. Красно-желтая. Вот она, видите? Так вот. Значит, что случилось? Почему снизу пошли черенки? Дерево больное? Да, сказал Железов. Сумасшедший урожай. Смотрите. А я ничего не делал. Не отрезал, не замазывал. Видите? Вот. Сломал пару веток. Вторая где-то уже не помню. Так, а вот еще вот эту отломал. Но тут пришлось подпилить. И еще, а еще и вон ту. И получилось так. Раз крона чуть-чуть пострадала, дерево восстанавливает свою крону, оно становится еще гуще. Если бы это самое, знаете, это моя любимая, ну, я люблю поговорить, вы знаете, посмотрели, да, теперь понятно, что вам надо. Вам нужны черенки, это великолепные сливы китайки красно-желтой. И вот я к чему хочу сказать. В каталоге написано, название есть, а написано закончилось. Я забыл про нее. Ну, сейчас десяток срежу. Вот это второй тип. А первый тип, это когда, смотрите, допустим, это 7 лет, 6 лет, 5 лет, 4 года, 3, 2, 1. Вон они, черенки, смотрите. Вот это те законные, то есть на ветке двухлетней, лезут вверх черенки однолетние. Вот. Но я буду продавать вот эти. Есть на то причины. А на всякий случай продолжу, чтобы эти причины поняли. Итак, мы с вами знаем, что деревья, это знает миллионы людей,
Это знает Тимирязевская академия, это знают все его выпускники. Последняя из них выпустила книгу, где обрезке посвящено 190 страниц. И когда я поднял оглавление, и знаете, что там было написано? И обрезка летняя, обрезка осенняя, обрезка зимняя. И про каждую страницу, страница, десятка. Я пришел в ужас и сказал себе, буду-ка я продолжать свое. Каждое под... Внимание еще. Пенечки видели? Пенечки видели? Вот. Всегда обрастет и еще гуще. Задача дерева, я читаю уже как лектор. Это для новых слушателей, для новых студентов. Тех уже не переделать. Они злятся на меня, они меня оскорбляют. Только для того, что уже, может, и поняли свои глупости. Но отказаться уже поздно. Слово не воробей. Сказать, что теперь нельзя осветлять крону, они уже не могут, потому что будут выглядеть дураками. Успели поменять свое мнение, да еще под давлением Железова. И здесь получается так. В целом, мы имеем почву, мы имеем крону. И эта крона является крышей для почвы. Осветлять нельзя, прорежать нельзя. Делать всякие подлые веретена, шары, пальметы, эти самые, как они, когда внутри вырезают эти чаши. Глупость, предательство. Тогда дождь, вода проникать будет насквозь. Насквозь. И будет в почве уничтожать то, что там уютно устроилось. Червей, грибы. Все должно быть в меру. А вместо этого, мало того, что его осветлят, чтобы оно было это, беззащитно перед потоками дождя, так еще и устраивают подлые подзимние поливы и все прочее. Эти деревья никогда не поливаются вообще. Вся эта вода есть в земле, в почве. Понятно? Ну, показываю старые деревья, что делать? За 30, тогда уж они такой вид имеют. Вот это, ребята, основа основ. И... Полюбовались на черенки, которые я нарежу сейчас только, ну, через полчаса, так. И смотрим дальше. Вот здесь был персик. Персику было худо. Персик, в конце концов, погиб. А ниже его абрикос, вот он, красавец, видите? Он не погиб, его труднее погубить. Хотя здесь много тени. Он выбросил побеги, он лезет к солнцу. О том, что деревья лезут к солнцу, об этом не знают эти так называемые специалисты. А им же надо нагнуть ветку. Раньше плодоносить будет, и нагнутая ветка начинает выбрасывать побеги. Они этого до сих пор не знают, потому что они учились по учебникам, а сами никогда сады не выращивали. Самое главное, не подходить к дереву. Придет время, и под грузом урожая дерево само наклонит ветки, и те станут такими, какими они должны быть оптимально. Подмерзает дерево, допустим, здесь-то ладно, их от урожая несколько веток обломилось. Ну, кто помнит предпоследний вебинар, там есть эта фотография. Вот. Смотрим дальше. Я сомневаюсь, что я кого-то попрошу, мне так жалко людей, тех, кто монтирует фильмы и делает им начало и конец, с музыкой, нарядными делает. Но вот более сложнее... Например, вставлять середину фотографии, которая иллюстрирует, допустим, это же дерево, но летом. Тут у меня уже язык не поворачивается. Так вот, это персик погиб, абрикос погнал вверх. И я всегда в таких случаях смотрю, да что же он теперь, вроде абрикос, цвет поменял. Ну неправильно это. Показать вам другой абрикос. Ой, далеко идти, ладно. Он цвет поменял. Влияние генов персика однозначно. Какие будут плоды, не знаю. Ждать будем? Так как это всеянец, это подвой. Давай смотреть. Если на нем цветы, если 2 года ждать, может, не дождемся. Хоть и говорил этот самый Рабинович, как ваше здоровье, не дождетесь. Я так уже не могу сказать. Может, и дождетесь. Итак, я ищу цветочные почки. Лучше их искать вот на этих толстых побегах. Ой, все еще сеянец. Я все равно хочу их найти, увидеть. Боюсь, сломаю, если наклоню. Нет, не вижу. Ну, тогда будем надеяться, что вот эти плодушки именно весной, вот эти вот, вот они.
Вот они, видите, именно этой весной зацветут. Но что я вижу? Вот почему у нас никогда в Сибири не будет колоновидных абрикосов. Видели? Вот. И не только в Сибири, но и в средней полосе России. Вот. Очень тоненькие, морозы не держат. А вот такие ветки мороз держат. И цветы на них мороз держат. Вот. И у меня, помните мои эти самые сеянец Амура номер 1, сеянец Амура номер 5, сын Манжурса номер 1, сын Манжурса номер 5. Это все сеянцы. А видели, какие урожаи? Я же там фотографии по каждому сорту держал. Слюни не текли, инфаркт не хватал. Не щипали себя, чтобы проснуться, увидеть ранетки. Вот это и есть чудо. Не так. Возможное чудо. Вот теперь я буду ждать. Ну, хорошо бы, чтобы зацвело именно в этом году. Именно в этом. То есть, какой я тут? Новый год еще не наступил. В 2002 году. Фу, наговорил. Пойдем. Кустарник, который пришел ко мне как это самое, вигела розовая, но приезжали женщины умные, толковые, говорят, это не вигела, но от этого он менее вкусный, менее красивый не стал. Размножать его, видите, он подросток, я не стал, я не любитель красоты, мне говорят, красота спасет мир, я говорю, зато красота мир не накормит, а мои абрикосы накормят, вот. На этом дереве была вживлена белая слива. Откуда она взялась? И у меня венгерка побелела. Бывает же такое? Но в прошлом году урожай пропустил, вернее, в этом. И еще умираю от любопытства. И вот что это будет? Вот что это будет? Вот теперь, когда все перепутано. Видели, сколько бирок? Раз внизу, два, три. Вот. Вот это вот четвертая прививка, только бирка потеряна. В сумме это невообразимая мешанина. Если ученые, что по ним сказали? Знаете, что бы сказали? Ученые мне бы сказали о том, что это химера. А химеры долго не живут. Так вот, вот эта часть, которая без этикетки, потому что я помню с детства, вот. Это потом выросло, обогнало. Я эту часть угнетал. Это и есть сувенир Востока. Здесь были такие плоды. У меня есть фильмы старые. Здесь все в шоке. Эта ветка была доминирующей. Огромнейший урожай. Плоды до 80 грамм. Не просто случайные люди, а слушатели мои, которые приехали на лекции, которые назывались семинарами. Вот. Потом... Я ее калечил, черенки брал. Я загубил уникальное дерево. Оно и сейчас живо. Вот они, цветы, вот оно будет плодоносить, видите? Но последний раз урожай был пол ведра, а не 12 ведер. Теперь вверх взяла вот это дерево, так, вот, Ника. И получилось так, что я еще и ее пытался перепривить, потому что она сильно обросла и стала доминантом. Вот, использовал, видите? И сейчас тут такая мешанина генов, дайте дожить хотя бы до осени. Даже сказать не дождетесь, это как раз про меня, не про Рабиновича. Посмотреть, что будет тут, что будет тут, что будет тут. Видели эту мешанину? Еще показать, вон еще одна. Ой, нет, все, хватит. Сглазю. Вот, еще одно уникальное дерево. Вот, только я уже подробно не могу говорить. Вот эта ветка уникальна тем... Я не хочу быть болтуном, смотрите. Вот, а то скажете, идет и выдумывает. Видите? Вот. Ветка академик. Так и написано, ветка. Вот там была привита. Ой. А что, посмотрите внимательно. Ничего не видите? С нее не срезано ни одного побега. Это уникальная вещь. Казьмин бы увидел бы. Он бы пожал мне руку и сказал... Ты мой, а я уважаю академика Казьмина как одного из наших отечественных гениев. Вот. Он бы сказал, Константинович, спасибо тебе. Вот. Я создал чудо, а ты это чудо еще сделал чудеснее. Вот так было бы. Ни одной ветки вот не срезано. Ну что делать? А не поднимается рука.
Я сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, с этой стороны, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. В общем, полноценных 30. По 200 рублей у меня в этом академии. 6 тысяч рублей я могу, вот, шутя, то уже после этого фильма, заработать 6 тысяч. Хватит на это, на Новый год и на коньяк, и на все прочее. Приходится скромно жить, приходится помогать десяткам людей, поэтому дальше самогонки, вот это телогрейки, которые мне в городе говорят, Константин, чтобы надел сегодня поприличнее, вот видите, вот это есть, так я живу, это мой уровень жизни. Вот, так что ждем чуда. Вот это дерево, по всем канонам, если бы за ним ухаживали. Видите, страшная, вот даже голая древесина, видите? Все, стоило только заняться ей по всей науке, по всем инструкциям. Еще лет 20 назад бы умерла. Вот они, грибы. Это их доля, это их законная доля. Вот здесь вот они едят мертвую ткань, живую никогда. Никаких щеток, никаких скребков, никаких шпателей. Не трогать, не калечить. Это симбионт, он свое это, выполняет свою роль. Дерево покрыто старой уже этой самой. Вот она кора. Даже вот так нельзя делать. Смотрите, я сейчас обломлю. Этого нельзя делать. Ничего нельзя делать. Ничего. Поняли? Кстати, что там у меня основное дерево? Я опять же специально, чтобы не думали, что я себе придумаю шедевры. Вот. Эти бирки я вешал не для себя. Стариков-то я всех помню. А для тех, кто меня сменит. Ваньков ранний. Давайте смотреть, удастся ли что-то с него взять. Давайте смотреть. Ну, например, вон веточка торчит. Какие красивые черенки. Раз, ну пусть их там штуки 4. Не поднимается рука отрезать. А мне, а что такое Ваньков ранний? Я говорю, шедевр. Вот, видите? Вот сейчас, ай, все, ладно, у меня сейчас начнет давление скакать. Пойдем дальше. Вот. Не дождетесь, когда оно погибнет, это дерево. Не дождетесь. Почему? Не лечу, не подхожу, не выполняю эти идиотские инструкции. Все обдирать, все чистить, все мазать. Ничего не надо делать. Это все пережило 40-градусные морозы. Прошлая зима 40-градусная. Показывал, градусики показывал. Что вы натворили? Вот. А, еще знаете что? Многие должны помнить, я показывал даже на последних вебинарах вот эту ветку, которая была моложе на примерно примерно на пару лет. Вот она уже какая стала. Видите? Посмотрите, полноценная, вся в цвету. Вот. А почему она... А помните ее, когда она была даже вот тоньше этого пальца полтора раза? То есть я рассказывал это... Если меня смотрит, кроме вебинаров, Арсен Спартакович. Помните, я говорил, вот она морозобойна, вот она, вот страшная морозобойна. И вот эта часть, она еще жива, она еще тоже не дождетесь. Но тем не менее, дерево выбросило замену. И только самые идиотские идиоты говорят, отрезать, вот она когда вылезла, да, первогодок был, караул. Она не будет это, она же, вот это жировик слово прилипло, идиотское жировик от людей, которые ничего не смыслят. Вот он ваш жировик, на нем тысячи цветочек почек, вот то, что я показываю. Не сотни, сотни, что вы так много, тысячи. Все, я пойду, а то у меня уже это самое, точно давление будет скакать. Когда я читаю про этот идиотизм, и ладно бы хоть какой-то был бы равноценный, допустим, делаешь, помогаешь, не делаешь, тоже помогаешь. Может быть лучше, может хуже. Но когда специально уничтожаешь, калечишь деревья, я как вспомню эти скребки, эти... А идет-то с 19 века, ну хоть бы один, а то мы тимирязевцы. Ну задумайтесь, тимирязевцы. Вы что, охерели? Вы возьмите человека, у которого день короста, допустим, бывает, особенно у стариков. Мы же сейчас возле старого, мы стояли возле 30-летнего дерева. Ему где-то 32. Вот. И у человека короста. Ну возьмите напильником, возьмите этим скребком, возьмите щетку по металлу и драйте его. А, что, не нравится?
Ну так не подходите к дереву, если вы ничего не смыслите. Вот ради этого я и сделал эту съемку. Сейчас тепло. А, нет. Моргает, моргает. О, 25 минут говорили. Если даже выдержит аккумулятор, который моргает, ну, батарейка имеется в виду, выдержит, то все равно он отключится через 3,5 минуты. Вот это я для вас, на продажу. Видите? Вот. Вот это вот себе. Себе. Вот потому что приедет Александр Савинич на Новый год. Мы будем это самое. Я ей покажу, где я прячу для нее черенки. Ну и так далее. Вот это уникальная вещь. Я здесь так напрягался, что когда порозовели побеги, вы посмотрите, опять неправильные. Посмотрите внимательно. Неправильные. Цвет неправильный. Теперь мне дожить надо. Что ж тут будет за плоды? Ну как дожить-то, господи? Вот. Когда позавчера давление так скакнуло, что страшно вспомнить. Вот так, друзья. Здесь я запрещаю ходить. Понятно? Я запрещаю ходить. Вот. Этот наст, этот снег, это святой. Он был, должен быть не тронут. Можете начинать, если деревья, вот этим деревьям вообще можно, вообще никогда не подходить. Почему они без холмов? Ну, потому что это бывший питомник, лучшие из лучших, вот они остались навсегда. Вот, вот они деревья, которым скоро будет 30, вот они. Роскошные деревья, посмотрите. Ну, эта часть помоложе, они выглядят выше, потому что это сыновья манжурца. А это культурные, это королевские, видите? А вот амур, ну, тоже не маленький, если подойти по-настоящему. Вот, это мое маточное дерево. Вот оно, самое первое, видите? За все годы дало столько ведер, что я боюсь сказать, потому что вы просто у виска покрутите, скажете, ну и фантазер. Поэтому я цифры не называю. Я могу назвать цифру жердели, они самые урожайные. Вот я ее привез с юга Украины. Я рассказывал, чернок, два побега, вот они в разные стороны пошли. Как не разорвало, не пойму. Господи, какой был урожай. Просто досчитали до 20, плюнули. И сколько тут после этого лежало? Навскидку 23. То есть официально я говорю, 23 это без обмана, а сколько на самом деле было, может и 25. В общем, вот так. Вот, так вот еще раз говорю. Снеговой наст маленький. Вот, ничего тут, кроме птиц, топтать никто не имеет права. Ни люди, никто. Свистать шаманские пляски дебильные, которые устроили феи из телеканала «Бобер». Это глупость величайшая. Называется по-ихнему сбережение снега, или как там? Снег. Запашение снега. Память подводит. Вот. Глупость высочайшая. Вот здесь вот у меня пни, видите? Вот они, смотрите. Вот видите? Это бывшая груша. У нее урожаи были с каждого дерева по 30 ведер. Но урожаи страшные, получается невкусные. Места мало, места не дали больше. Развивать уникальный сад невозможно. Он не нужен стране. И тогда я вот эту спилил грушу. Это показывает только часть. Эту, а рассказываю именно про мышей. То есть вот здесь получается так. Тем деревьям можно не подходить, а вот эту молодежь мыши могут съесть. Вот тогда-то. Вот, ой, ну ладно, ради науки обтопчу, хотя это страшный грех. Нет, полностью не буду. Вот смотрите. Вот так вокруг нее. Вот так. Можно обтоптать. Мыши не любят открытых пространств. Так. А так как это абрикос весной, если сильно большой толстый наст, он может сопреть. Тут уж надо брать лопату. Не положено им расти в глубоком снегу. Вот, не положено. Так, ну что, все, заканчивается наша очередная экскурсия. Назовем это путешествие по зимнему саду Железо, номер 4 серия. Вот, ну не зря приехал. Приехал искать фотоаппарат. Он оказался в машине, и слава Богу, зато я только из-за этого тут же на радостях снялась.